Эй, Додик, который там типа бог джекпотов. вот этому парню. Дорогие друзья, всем снова привет, с вами снова я, Жабка, вы на моем канале, и это новенький видосик. Знаете, что мы будем сейчас делать? Мы перейдем сразу же на мое старое видео, где у меня стоит лайк, 14 тысяч лайков, просто жесть, ребят, вы просто жесткие, ну серьезно. Ну и подведем итоги. Собственно, у нас кто у нас получает приз? А получает первый приз этот вот этот чувак. Что у нас было? Это три набора этого чувака-скейтера, которого там горит, короче, ботинки горят, его ролики там. В общем, вот этот чувак побеждает, у него классный коммент. Дальше у нас побеждает чувак вот этот вот. Нет, не вот этот, а вру, вот этот. Привет, Шапа, ты просто крут, поздравляю тебя. Вот этот вообще топовый комментарий. И последний комментарий, я его очень долго искал. И сейчас, во, я от него проорал. Вот, можете остановить, проорать то же самое. В общем, ребят, я вам отправил запросы в друзья. Добавляйте меня, и уже, может быть, в следующем видео я вам подарю подарки. А вы, ребят, смотрите видос до конца, чтобы знать, как участвовать. Ну и, собственно, 10 тысяч лайков, ребят. 10 тысяч лайков. Лайк ставь, и, собственно, все, и ты получишь от меня приз. А в конце кто-то из вас будет понимать, как же все-таки участвовать. А там все примерно, как всегда, просто. Вот, такие дела. Собственно, тематика сегодняшнего ролика — это новый джекпот, ребят. Новый джекпот вышел, это Орлиха. Орлиха что? Серебряный орел. Да не стреляй ты так громко, ну перестань. В общем, вот она вышла, и ничего нового, в принципе, не завесли в джекпот, я ничего не заметил. У меня есть еще 15 купонов, но обычно я с них вообще не убиваю, ну вы знаете, типа, это же я. Чтобы я что-то выбил с этого, ну, вы о чем? Собственно, давайте крутить тогда, крутим, пытаемся выбить. Если выбью фастово, то получится больше алмазиков, значит, больше подарков тебе, а тебе лайки и подписочка только. Собственно, давайте выбивать, но... Ничего удивительного. Вообще ничего удивительного. Да хорош прыгать ты. Давайте дальше. Братан, я Илоне звонить сегодня не буду. Я если ей позвоню, только в Гарену. Все. Ну. Серьезно? Интересно, а вещь золотая, нет? Ну, по сути, да, золотая, значит, золотой ящик должен упасть. Окей. Типа, ладно. Хорошо, 26 попыток. 26 лаки, точнее. Крутим еще. У нас почти 12 тысяч алмазов. Да и падает. Если кто не знает, ребят, максимальная лаки, которая может быть, это 150 в алмазном джекпоте. В оружейном, по-моему, там меньше. Вот. И примерно, но мне падает обычно где-то ближе к 100 лаки. Если выпьем раньше, то это хорошо. Если выпьем позже, ну типа там... На 100-120 лаки это уже, ну так себе будет. А если на 150 лаки, то это типа вообще траур, я пойду вешаться, вскрываться. Ну как обычно, как всегда. Сейчас сдохну. Окей. 48, ладно, давай. Ну. Я не буду звонить. Я не буду звонить, запомни. Я не буду звонить. Ну. Что за дерьмо мне падает, не понимаю. Вы нормальные? Сколько у меня уже этих жетонов в обмена, мне интересно. 12 тысяч уже есть? Где посмотреть? Что за дерьмом не падает, алло? Хотя бы по десяткам падает, неплохо. Там несколько пятерок, конечно, но все равно. У меня уже 11600, чтобы вы понимали. О, давайте я вам покажу, чтобы вы понимали, кстати. Вот так вот сделаю еще. Во-первых, у меня 23, по-моему, куба, 23 магических куба. Ребят, заберите у меня их, пожалуйста, если бы у меня была бы возможность их разыграть, подарить. Я бы уже давно разыграл бы и подарил бы, ну серьезно, это бы уже было фаново. Плюсик, напишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы появилась возможность там отдать какие-то магические кубы свои. Блин, я бы реально подарил бы. Окей, ну и 11500 этих жетонов просто вот так вот, просто куда мне их девать.
Куда мне их девать? Я не знаю. Купить что ли алмазные купоны? Не, не буду покупать. Лучше пускай буду фармить их. Ладно, погнали. Еще один прокрут. 70 лайки. Так. Угу. Угу. Ну, загружайся. Сейчас. Знаете, что мы сделаем? Мы откроем. Раз мы его звонить не будем. Эй, Додик, который там типа бог джекпотов, помоги выбить, пожалуйста. Помоги. Все, отправили голосовуху вот этому вот парню. Вот этому парню. Надеюсь, после этого у меня все выбьется. Погнали. Ну? Ну? Плиз? Пожалуйста? Ну? Почему мне не падает? Ничего. 92 лаки. Алло, о чем вы? Алло? Это нормально? Это нормально или нет? О, все, выпал. Выпал! 100 лаки. Изи. Нормально, нормально. Вот это все по фану, прям вообще по красоте. Топчик, топчик, топчик. Так, давайте на него сейчас посмотрим. И уже тогда к конкурсу перейдем, окей? Окей. А, что? А, понял. Типа лаки обнулилось. Окей, все, отстань, не нужно мне вот это. Так, склад, склад, идем тогда в наборы. Блин, надо же, я записал видос с обзором своего аккаунта, надо выложить, да? Надо выложить будет. Показать вам, насколько у меня много наборов. Ладно. Набор серебряный орел. Ну, как сказать. Мне нравятся вот штаны на нее. Вот штаны просто вот топчик. У нее тут типа еще зауженные. Типа внизу и эффекты есть, ну нормально. Вот. Ботиночки, ну такие, такие. Ну и маска типа на любителя. Я не знаю, я такой маской лично гонять не буду. Но, в принципе, сойдет. Может быть, когда-то там к какому-то сету она подойдет. Вот. Ну и сам набор этот. Это одежда, вот это вот. На тело, тело. Тело на тело. Чего наверх смотрит? Ну, в принципе, тоже такое сойдет. Можно было и лучше сделать. Мало эффектов. Мало эффектов. Кто согласен, напишите, что мало эффектов. Вот. Окей, все. Мы посмотрели, ребят. Давайте теперь тогда зайдем в магазин и разыграем что-нибудь интересное сегодня. Раз мы в прошлый раз разыгрывали 3 набора парня с улицы. 3 набора парня с улицы. Это ж пипец как дорого. Я только сейчас соображаю, что это реально дороговато. Надо что-то еще разыграть. 10 тысяч лайков, как обычно. Как обычно, 10 тысяч лайков. Вот. А, мы разыграем в этот раз. В этот раз мы разыграем. Кого бы разыграть на самом деле? Давайте 2 набора разыграем. 2 набора каких-нибудь крутых. Либо 3. Я даже не знаю. Что тут можно крутого разыграть, чтобы вы вообще все описали? Давайте 2 таких набора разыграем. Или нет? Давайте набор ангелка. Ангелок. Либо бабский. Во, нет, во, кстати, набор скейтер. Серьезно. Все мы что-то... Я вообще, по-моему, только один раз разыгрывали. Да. Давайте набор скейтер разыграем. Сколько штук? Давайте опять же 3 штуки разыграем. Если мы набираем 10 тысяч лайков. Если не набираем, то, собственно, ничего не будет. Что, собственно, нужно будет делать? Быть подписанным на мой канал, поэтому быстро иди подписывайся на канал. Нажми на эту красную кнопку. Вот. Лайк. И в комменты спам свой айдишник с каким-нибудь крутым комментарием положительным. Вот, собственно, чтобы я такой прочитал, не просто типа, о, я хочу выиграть, о, я никогда не выиграл, о, там типа все грустно у меня. Блин, пишите какие-нибудь положительные комментарии, от которых я могу порофлить, там типа поугарать, либо такой типа прочитать, воу, ну чувак, ну ты вообще загнал, нормально, круто. В общем, вот это все делайте, можете поспамить такими комментариями, вот, чтобы у меня было больше возможности вас увидеть. Вот, и собственно все. И в следующем ролике я кого-то из троих выберу и подарю призы в итоге. А те ребята, которые выиграли в прошлом конкурсе, добавляйте меня обязательно в друзья. Я вас добавлю и отправлю вам уже тогда подарочки. Ну и, собственно, все на этом. Ребят, надеюсь, вам понравился такой видосик. С вами был я, Жабка. Всем спасибо, кто меня смотрел. Спасибо, что вы до сих пор поздравляете. Реально, до сих пор спамите комментариями. Типа, вау, Жаба 400 тысяч. Давайте уже набьем 500к. Вот когда 500к вон добьем, я...
Во-первых, где фокусировка, я сделаю прям вообще бомбу. Ну, постараюсь сделать. В общем, чтобы у вас там просто взрыв мозга был. И на 500к вот реально сделаю какую-то тему, дюжню. Вот. Ну, собственно, все, ребят. Всем спасибо, всем удачи и всем пока. Всем пока-пока-пока. Пау. Хочешь получить мастера, но не хочешь ебаться с поднятием рейтинга? Мы можем поебаться. Изи Буст. Ссылка в описании.